Бессмертие пройдено нахуй. О, кресты, черепа, с вами Андеркас. Сегодня в этом видео я научу вас, как стать бессмертным на версии 1.7.10. Это реально топовый баг, я вам его сливаю. Вы можете стать бессмертным, если у вас есть такие моды, как Томик Тинкер, дополнение для Томкрафта, Gravitation Suit, дополнение для мода Industrial Craft. Итак, смотрите, что я для вас подготовил. Сейчас мы все рассмотрим и потестим. Это убивалка из Thermal Expansion. Автономный активатор, запитанной энергией, и сюда я положил меч, грубо говоря, который будет меня убивать. Это посох силы из мода Draconic Evolution. Самое сильное оружие, что я нашел на этой сборочке. В каждом сундуке у меня лежит по одному определенному набору брони. Вот смотрите, тут Full Gravic. Ну, можно было еще ту солнечную панельку на голову надеть, но я не стал, потому что у них характеристики почти одни и те же. Тут у нас полный Таункрафт, а именно это пробужденный хор. Тут у нас обычный хор. Ну а тот сундук, он волшебный. Так, давайте посмотрим, умру ли я. Надеваем Game Mode 0. Видите, я теперь уязвим. Надеваем вот этот интересный сет. Прыгаем в эту штуку и становимся мазохистом. Ой, ай, ой. Вы посмотрите просто, как броня разряжается. Я сейчас сдохну. Ну, вы понимаете, это несовершенная схема, потому что ботинки сядут, и вы сдохнете. Нам это не пойдет. Теперь вот этот набор. Так, 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 так. Опа. Полностью пробужденный хор. Бля. Супер. И что мне... Так, братухи, пробужденный хор не выдержал. Мы сдохли. Обычный хор рассматривать тоже нету смысла. Мы также сдохнем. Давайте наденем драконьевый сет из Draconic Evolution. Посмотрим, как быстро я сдохну в нем. Так-так-так, он заряжается. О! Прыгаем в нашу убивалку. Так-так. Ой-ой-ой, 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 предупреждение. Критический урон. И опять, сука, это... Хрень меня выкинула. Драконьевый сет нам не помог. Мне надоело умирать. Пора стать бессмертным. Чтобы стать бессмертным, вам необходимо надеть гравитационный нагрудник из мода Gravitation Suit. Он баганный, потому что он воспринимает на себя большую часть урона. И остальные шмотки, которые имеют уровень защиты не ниже алмазный, возможно даже выше, и не ломаются. Таких у нас два типа. Это обычный хор и пробужденный хор. Давайте посмотрим. Возьмем пробужденный хор без нагрудника и гравитационный нагрудник, соответственно. Надеваем это на себя. Ой, ой, что с нами происходит? Мы просто положили огромный большой на все. Нас невозможно убить. А представьте, если вы еще будете подзаряжать вот это все. Есть такие кристаллы из Industrial Craft. Сейчас вам их покажу, пока меня херачит. Вот, вот эти вот штуки. Где они? Вот, вот эти вот штуки. То вы вообще станете бессмертным. Вас невозможно будет убить. Представьте, если у вас будет несколько таких штук. Хорошо, мы уже поняли. Нас в пробужденном хоре и гравикванте не убьют. А теперь давайте возьмем вот этот сет. Обычный бичевский хор и гравиквант. Так, надеваем это все на себя. Прыгаем обратно. Оп. И нас тоже не убивает. О, вот это да. Все, пацаны, теперь вы можете стать неуязвимым, бессмертным PvP-шером. Вас никто не убьет. По крайней мере, я это проверял на версии 1.7.10. Это работает на серверах, если они не внесли какие-то правки. Поэтому тестите, развивайтесь, смотрите вот эту скорочку. С вами был Андерка, и это был гайд на 1.7.10. Как стать бессмертным с помощью больно Gravitation Suit и Taumic Tinkerer. Спасибо за внимание. Только классные фишки на моем канале. Покеда, пацаны.